Периодические пожары и неприятный запах. Вот краткая история от жителей Шевченковского района о работе одного предприятия. Оно арендует часть территории автомобильного завода. Там, со слов запорожцев, сжигают материалы, которые вырабатывают токсичные газы. Это вызывает кашель и аллергию у людей. Чтобы решить вопрос, люди обращались в полицию и к представителям городской власти. Станет ли дышать свободнее, выясняла Дарья Симутина. Эти кадры были сделаны 29 августа. Жители Шевченковского района сняли на видео пожар на территории автомобильного завода. Запорожцы говорят, такие поджоги случаются неоднократно. Впоследствии по району разносится неприятный запах. Дышать невозможно. Я ложусь спать, я закрываю все окна, хотя это лето. Это невозможно просто дышать. Я внучку на выходные уже 2 недели не беру из-за этого запаха. Представители предприятия, которое обвиняет в подобных поджогах, уверяют, к этому не имеют никакого отношения. То ли подговорили народ, то ли что, якобы происходит то, что мы свое сырье сжигаем. Но мне непонятно эти нападки. Для чего сжигать сырье, которое фирма закупает для дальнейшей переработки? Вопросы сжигания химических материалов обсудили на совещании в мэрии. Там говорят, чтобы разобраться, кто прав, а кто виноват, нужно провести экологическую экспертизу. Переработка определенных видов отходов требует лицензирования и определенных разрешительных документов. Также надо понимать степень опасности, которая впоследствии может возникнуть. На днях представители экологической инспекции предпринимали попытку провести специальную экспертизу на предприятии загрязнителей воздуха. Директор предприятия отказался от проведения проверки по формальным абсолютно причинам, за что, согласно законодательству, был привлечен к административной ответственности. Присутствующие на совещании представители завода пообещали посодействовать проверке. Очередную инспекцию назначили на 5 сентября. До этого момента арендаторы должны приостановить свою работу. Дарья Симутина, Сергей Ляшенко, Олег Сокольский, телеканал МТМ.